За 2 дня выявлено 8 нарушений со стороны владельцев маломерных судов. В акватории Каспия прокуроры и инспекторы транспортного контроля по Мангистауской области проводят совместные рейды. Выяснилось, что чаще всего лодки и катера эксплуатируют без наличия судового билета либо удостоверения на право управления. Порой у транспорта нет даже бортового номера. С начала купального сезона оштрафовали 34 владельца маломерных судов. Такие моменты есть, где сами даже отдыхающие пренебрегают мерами безопасности, не одевают эти спасательные жилеты. Но такие факты тоже выявляются. Уже середина сезона, уже привлечено к административной ответственности свыше 26 человек. Не учитывая то, что мы выявили вместе с прокуратурой. Итого в среднем где-то уже 34 человека привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.